Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nadiusu vas kharoshofisa. Naša sivonishnaya tema. Fiiller. Glagolu, da? Ya sabiral 50 tureski glagolov, kotoroye shitayu ochen vazhny i nuzhny dlya vas. I sivonya my budem uchit eti glagolu. Но, кроме этого, мы еще будем знать, как правильно составить предложение. Чтобы не скучно было вам, я приготовил этот видеоурок более в игровой формате. Поэтому прошу, чтобы у вас с собой была, пожалуйста, тетрадь и ручку. Хорошо? Что за такой игровой формат, да? Вот смотрите, мы, конечно, будем учить эти глаголы, да, и еще вот такие разные слова будут у нас, и мы с этими словами будем составлять предложение. Хорошо? Я думаю, так веселее будут и полезнее будут. Первое я сделаю, а остальное немножко дам время, чтобы вы в тетради составили предложение. Хорошо? А как составить предложение? Друзья, в основном, конечно, по-разному, но мы знаем, что сказуемо у нас всегда в конце предложения, правильно? Это обязательно. А остальные можно местами менять. Это потому что зависит от вопроса у нас в турецком языке. Но в основном, примерно, я могу сказать так. Сначала идет подлежащее, потом идет время, потом идет направление, то есть место, да, ответы на куда, где, откуда, потом объекты и потом в конце глагола. То есть вот после этого вы уже можете хотя бы немного составить предложение. Не переживайте, мы вместе сделаем, хорошо? Вот смотрите, наш первый глагол «gitmek». «Gitmek» – пойти или уходить, да? Наши слова «gidiyorsun» – ты идешь, «nereye» – куда, «gidiyorum» – я иду, «okula» – в школу. «Okul» – это школа, «okula» – это куда. Окула. Друзья, вы сами замечаете, здесь есть один вопрос и ответ. То есть две фразы есть. А как составим? Вот первое я сделаю, остальное вы. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Вопросительный знак. Куда идешь? Куда ты идешь? Ответ. Что осталось? Gidiyorum осталось. Да? И окула. А как правильно составить? Конечно. Сначала окула, потом гидиорум. Здесь я хочу сказать вам, друзья, полностью вопрос у нас сен нерее гидиорсун. То есть, потому что куда ты идешь, да? Сен нерее гидиорсун. Прошу, чтобы вопросительные слова вы поставили перед сказуемым. Хорошо? То есть не говорите нерее сен гидиорсун. Лучше сказать сен нерее гидиорсун. Или просто nereye gidiyorsun? Это понятно. Если я прошу вопросительное, чтобы вы поставили перед сказуемым, тогда ответы на эти вопросы также ставьте перед глаголом. То есть здесь человек что хочет уточнить? Nereye gidiyorsun? Куда ты идешь? Да? Здесь не важно кто или не важно время. Здесь важно, что человек хочет уточнить, узнать, куда ты идешь. Вот, значит, важное слово здесь в школу, правильно? Вот. Окула, слово окула, значит, также поставьте перед глаголом, перед сказуемым, хорошо? То есть, если вопрос будут nereye gidiyorsun, лучше, или даже некрасиво будут окула ben gidiyorum. Нет, лучше ben окула gidiyorum. Акцент будут перед сказуемым. Думаю, понятно. Следующее. Давайте попробуйте вы. Что мы говорили? Сначала подлежащее, если есть. А потом время. Потом место. Потом объекты, если есть, конечно. И в конце предложения. Вот. Новое у нас. Her. Her – это у нас каждый. Eve – это домой. Saat – это время, часы. Geliyorum – это перехожу. Yor – это у нас настоящее время, да?
Gün это день и секизде восемь. Что думаете, как правильно составить? У вас уже есть тетрадь, ручка, да? Давайте подумайте и запишите. Наш глагол gelmek, да? Как вы заметили, здесь только один глагол есть. Geliyorum, gelmek, прийти. Что думаете? Какие слова где будут? Немножко даю время и начинаем. Друзья, geliyorum это у нас сказуемо, да? Естественно, в конце будут geliyorum в конце. Потом, что мы говорили? В основном турки составляют подлежащее. Здесь подлежащее ben нету. А потом следующее у нас что было? Время. А время это у нас что? Her gün. Her gün. Вот her gün. Каждый день. Да? Это у нас время. Потом saat sekizde. Это именно время, да? Вот, то есть во сколько? Saat sekizde. Пожалуйста, не говорите sekizde saat, ладно? Сначала часы, время, а потом sekizde. Потом место, направление, говорили, да? И потом глагол. Это получается her gün saat sekizde eve geliyorum. Каждый день в восемь прихожу домой. Надеюсь, у вас получилось. Следующее. Вот новая фраза у нас. Şu an. Данный момент. Сейчас. Это что у нас? Время, да? Вот, уже знаете, где поставить. Yapıyorsun. Yapıyorsun. Делаешь. То есть ты делаешь. Спор. Спорт. У нас спор. Потом не. Это что, да? И yapıyorum. Два глагола есть, да? И здесь вот вопросительное слово есть. Это значит, у нас будут два предложения, да? Yapmak. Делать. Давайте немножко уже время даю, чтобы вы составили. Я думаю, не такая сложная фраза. Конечно, сначала будет вопрос, да? Не yapıyorsun. Не yapıyorsun. Помните, да? Мы не говорим не sen yapıyorsun. Нет. Лучше либо sen не yapıyorsun. Вот вопросительное слово перед сказуемым. Или просто не yapıyorsun. Значит, я взял это слово не, потом yapıyorsun. А что осталось у нас? Şu an. Спор и yapıyorum. Yapıyorum где будут? В конце, да? Я думаю, вы уже составили. Вот так будут. Şu an, данный момент, или сейчас, спор yapıyorum. Мы говорим, что дословный перевод делаю спорт. Это получается сейчас занимаюсь спортом. Как успех у вас? Надеюсь, у вас нормально все. Следующее у нас. Вот смотрите. 2 кило. Bu sabah. 2 кило это 2 килограмм, да? Bu sabah это этим утром. Ayşe это имя. Это значит что? Подлежащее, да? Aldı. Взял. Покупал. Ну, если она покупала, да? Patates. Мы уже знаем, да? Картошка. Картофел. И pazardan. Pazardan. Мы говорим с рынка, из с рынка. А в русском языке мы скажем на рынке. Наш глагол almak. Almak это у нас брать, покупать, взять. Это все у нас almak. Что думаете, как правильно составить? Давайте немножко время даю. Повторяю. Сначала будут подлежащие, да? Потом время. Потом направление, то есть место, потом объекты и в конце глагола. Вот наше предложение. Ayşe, подлежащее, bu sabah, этим утром, извиняюсь, я здесь неправильно написал, этим утром, pazardan, где, на рынке, 2 кило patates aldı. Ayşe этим утром купила на рынке 2 килограмм картофеля. Вот так. Подлежащее здесь. Сказуем у нас в конце. И потом остальные. Вот
Так составляем. Следующее. Интересные слова. Ver. Это дай, да? Şu. Это тот. Можно так сказать. Kızım. Моя дочка. Kızım это моя дочка. Bana это мне. Topu, мяч. И lütfen, пожалуйста. Значит, наш глагол vermek, давать. Что думаете? Как правильно составить? Вот подумайте, где сказуемо? Если есть подлежащее начало, лучше сказать, да? В основном так составляем. И остальное. Если я очень быстро говорю, пожалуйста, сделайте паузу, да? Составляйте предложение, потом вот ответ. Друзья, будут у нас kızım, моя дочка, да? Lütfen şu topu bana ver. Моя дочка, дай, пожалуйста, этот мяч. Şu topu, этот мяч. Bana ver, это у нас повелительное наклонение, да? То есть дай. Следующее. Думаю, несложно будет вам. Altı, şest. Yaşıyor, живет. İzmir'de, в Измире. Mehmet, это у нас имя, да? И Yıldır, тоже вот время дает, да? Ну, дает такое значение, время. Столько лет, то есть. Наш глагол yaşamak, жить. Yaşamak. Давайте, как составить это предложение? Yaşamak в конце будет, да? Yaşıyor. Это у нас настоящее время. Друзья, Mehmet, имя подлежащее, 6 yıldır, 6 лет, İzmir'de yaşıyor. Живет в Измире. Вот так будет. Следующий у нас. Bu, этот. Özge, это у нас имя, да? Oturuyorlar, это у нас сидят. Именно сейчас. Masada, то есть на столе, за столом, такие значения. Ali, это тоже имя. И V. Интересно, да? V, это у нас и. И здесь вот Özge и Ali есть. Значит, как будут? Подумайте. Oturmak, сидеть или проживать. Наш пример тогда вот так будут. Ali ve Özge, Ali ve Özge bu masada, за этим столом, bu masada oturuyorlar. Сидят. Надеюсь, у вас тоже получилось. Следующее. Немного больше стало, да, слов. Друзья, ище на работу. Çünkü, потому что. Оя, женское имя у нас. Her, каждый. Geç, поздно. Gün, день. Kalıyor. То есть оставаться, да? Остаться, оставаться. Uyuyor. Спит. Uyumak. Uyumak. Спать. И здесь как бы два предложения будут, потом еще и между этим будут çünkü, да? То есть что-то будут потом, потому что вот так, вот так. Это у нас будут Oya her gün işe geç kalıyor. Oya каждый день опаздывает на работу, işe, на работу. Çünkü, потому что geç uyuyor. Потому что ложится спать поздно. Правильно? Очень даже интересное предложение, хорошее предложение. Следующее. Yemek. Еда. Да? Yediden. То есть yediden это семи. Значит, после семи будут. Вот sonra. После семи. Akşam это вечером. Yemiyorum.
Yemiyorum eti atıcı saytene formada. Ne yem? Zıncıt naş glagol budut. Yemek. Jest. Что думаете, как будут, как правильно составить? Где глагол? Yemiyorum, да? Значит, в конце будут. Вот так. Akşam 7'den sonra, вечером 7'den sonra, после 7. Yemek yemiyorum. Niye? Я здесь неправильно сказал, написал. Yemiyorum. Это у нас отрицательная форма, поэтому не ем будут, хорошо? Следующее. Süt. Известное, да, слово süt. Молоко. Uykudan. Uykudan. То есть перед сном или после будут içiyorum. Что это? Pita, пью, içiyorum. Her gün, каждый день. Значит, наш глагол будут içmek. Pit. Где будут? В конце предложения, правильно? Давайте подумать, как будут. Сделайте паузу и составьте предложение, ладно? Это у нас будут her gün, каждый день, uykudan önce, перед сном. Что делаю? Süt içiyorum. Пью молоко. Вот так будут. Следующее. Здесь тоже много слов. Кабуслар. Кабуслар. Это у нас кошмар. Кошмары. Да, это у нас кабус. Сык-сык. Часто. Görüyorum. Вижу. Çünkü. Мы уже знаем, да? Потому что. Geceleri. Gece – это ночь. А geceleri – это по ночам. И наш еще глагол uyanıyorum. Просыпаюсь. Значит, наш глагол будут uyanmak. Просыпаться. Давайте подумать, если вот здесь союз есть, чунки, это значит два предложения будут, да, вот, потому что союз чунки это соединяет. Два предложения будут. Как замечаете, и вижу есть, и uyanıyorum есть. Вот сделайте паузу и попробуйте составить предложение. Думаю, получится у вас. Это у нас будут geceleri sık-sık uyanıyorum. По ночам часто просыпаюсь. Çünkü, потому что kabuslar görüyorum. Замечаете, как я читаю? Не kabuslar, а kabuslar. Здесь смягчение идет. А это читается kabuslar görüyorum. Вижу кошмар. Уверен, что у вас получилось. Следующее предложение и следующий глагол. Dün. Мы знаем это слово. Dün – это вчера. Gördü – видел. Или видела, да? Самим – это у нас имя, мужское имя. Пляжда. Пляж – это понятно, пляж. А пляжда – на пляже. Arkadaşını. Кого? Друга. Arkadaşını – это друга. Значит, наш глагол – görmek. Очень важный глагол – görmek. Видеть. Сделайте паузу и составьте предложение, пожалуйста. Вот подлежащий есть. Gördü у нас сказуемо, да, в конце. И как составим? Самим dün пляжда arkadaşını gördü. Самим вчера на пляже видел друга. Не так сложно, правильно? Следующее. Bakıyorum. Смотрю. Kime? На кого? Или кому? Несколько значений есть. Ахмете. Ахмет это имя, да? Ахмете. На Ахмета. Bakıyorsun. Смотришь. Значит, сначала будет вопрос, а потом ответ, да? Наш глагол bakmak. Смотреть. Значит, сначала будут на кого смотришь, а потом ответ будут. Ну, на Ахмета смотрю. Я думаю, уже сделано. Вот так будут. Kime bakıyorsun? Kime bakıyorsun? На кого смотришь? Ахмете bakıyorum. Я смотрю на Ахмета. Следующее. Kitap.
Naverne, все вы знаете, да? Эти китап, книга. Бабам. Это мой папа. Her. Это каждый. Окур. Читает. Akşam, вечер, bize, нам. Значит, наш глагол, конечно, окумак, да? Вот здесь есть окур. Окумак – это читать. Окур, значит, в конце будет, да? А подлежащий есть? Есть, конечно. Бабам, правильно? Вот. Бабам, her akşam, bize, kitap окур. Мой папа, каждый вечер, вот her akşam, каждый вечер, что делает? Читает нам книгу. Читает нам книгу. Следующее предложение. Вот тоже также здесь чунг есть. Это значит. Вот подумайте. Сини это тебя. Язмыорсун. Не пишешь. Не. Это что у нас? Почему? Не, это у нас почему? Çünkü, потому что, потом, bana, мне, sevmiyorum, это не люблю. Значит, наш глагол yazmak, писать, yazmak. Сначала идет вопрос, а потом ответ. Вопрос, что будут? Почему мне не пишешь? А ответ будут, потому что, не люблю тебя, да? Вопрос. Не бана язмиорсун. Почему не пишешь меня? Ответ. Чунки сени севмиорум. Чунки сени севмиорум. Потому что не люблю тебя. Следующее. Бени. Меня. Лютфен. Пожалуйста. Кадар. В основном даю значение до. Arayın, звони, звоните. Akşama, то есть вечер, до вечера. Beni, меня. Aramak, звонить, искать. Вот видите, два значения есть. Lütfen, akşama kadar beni arayın. Это получается, пожалуйста, до вечера, до вечера. Звоните мне. Вы в русском языке звоните. Мне говорите, то есть звонить кому, а мы говорим звонить кого, бени. Нам нужно так выучить. Следующее. Düşünüyor, думает. Düşünmek это думать. Gün, знаем, да, это день. Sevgilisini. Sevgilisini. Любимый человек. Bütün gün, то есть bütün это весь, значит весь день будут, да? И Batuhan. Batuhan это у нас имя. Наш глагол düşünmek. Думать, düşünmek. А как составляем предложение тогда? Вот düşünüyor это в конце будут, да? Batuhan это у нас подлежащее, значит начало. Тогда будут Batuhan bütün gün sevgilisini düşünüyor. Интересное предложение. Batuhan весь день, bütün gün, весь день думает о любимой. Думает о любимой. Надеюсь, у вас получается. Следующее. Это очень интересное предложение, фраза, потому что на улице турки очень часто говорят. Müsait. То есть удобное, свободное, такие значения есть. Durun, остановите. Шофер, понятно, да? Yerde, на месте. Bey, господин, уважаемый, да? Bir, один. Или какой-нибудь, такие значения есть. Durmak, остановиться и стоять. Как будут тогда? Şoför bey, müsait bir yerde durun. Многие турки на улице, то есть когда куда-то ездят, на автобусе, да, там,
Они у них обращение в основном такое. Шофер бей, müsait bir yerde durun. Это примерно значение будут, то есть, господин шофер, остановите на остановке или остановите вот где вам удобно. Потому что наши, где удобно, там они могут. Следующее. Табики. Конечно, да? Мием это у нас вопрос. Телефонунузу, ваш телефон, кулланабилир. Значит, глагол кулланмак. Использовать. Значит, сначала будут вопрос, могу ли использоваться вашим телефоном? А ответ будут, конечно. Значит, вот так. Телефонунузу кулланабилир миим? Могу ли пользоваться телефоном? То есть вашим телефоном. Ответ табии ки. Замечаете, да? Здесь две и есть. Это важно. Табии ки, конечно. Следующее. Это очень простое. Я думаю, вы можете. Севмек. Любить. Севьором. Люблю. Чок. Очень. Эн. Самый. Больше всего. И аннеми. Маму. Значит, как будут? Эн. Чок. Аннеми. Севьором. Вот интересное предложение. En çok дает значение больше всего. Больше всего annemi seviyorum. Люблю маму. Следующее. Denizde. На море, да? Türkiye'de. В Турции. Yaz. Лето. Yüzüyorum. Плаваю. И her. Каждый. Значит, наш глагол yüzmek. Плавать, да? Плавать. Примерно как будет тогда? Значит, я в Турции, я летом, каждое лето в Турции на море плаваю. Вот так. Her yaz, каждое лето, Türkiye'de, в Турции, denizde, то есть в море, yüzüyorum, плаваю. Следующее. Gülmek, смеяться. Gördüğümde, когда я вижу Ахмети, Ахмета, çünkü, потому что, gülüyorum, смеюсь, her, это мы уже знаем, да, каждый, комик, смешной, çok, очень, и o, он, она, да, здесь çünkü есть, это значит, там две части будут, да, вот, два предложения будут. Подумайте, сделайте паузу. Сначала вы запишите, а потом проверяйте, ладно? Ахмети, her gördüğümde gülüyorum. Когда вижу Ахмета, смеюсь. Çünkü, потому что o çok komik. Потому что он очень смешной. Вот так. Следующее. Ябанджи. То есть иностранец, зарубежный. Вот такие несколько значений есть. Önce. Начало, сначала, до. Dinliyorum. Слушаю. Yatmadan. Такое значение, то есть перед сном. Müzik. Это понятно. Her. Это каждый. Zaman. Время. Наш глагол. Dinlemek, слушать. Dinlemek это слушать, да? Это будут yatmadan önce, yatmadan önce, перед тем как спать, her zaman, всегда yabancı müzik dinliyorum. Слушаю зарубежную песню. Зарубежную. Следующее. Dinlenmek наш глагол. Отдохнуть. Вот, dinlenmek. Sonra, это уже мы знаем, да? Потом, позже. İstiyorum. Хочу. Biraz. Немного. İşten. После. То есть, işten sonra. Вот, после работы. Evde. Дома. Значит, примерно как после работы. Хочу немного отдохнуть. Вот.
Paris kitap bu. Anlatırsam. İşten sonra после работы evde то есть дома biraz dinlenmek istiyorum. Хочу немного отдохнуть. Biraz это будут немного, ладно? Следующее. Наш глагол korkmak, бояться. Çok это уже мы знаем. Очень. Amcam, мой дядя. Yılanlardan, то есть змеи. Korkuyor. Боится. Испугается, да? Падежащ у нас что? Кто? Амджам, да? А коркуйор это у нас в конце. Значит, как будут? Вот так. Амджам, мой дядя, еланлардан чок коркуйор. Мой дядя очень боится змей. Следующее. Душ япмак. Принимать душ. Душ япмак. Мы говорим, дословный перевод, делать душ. Yaparım, делаю, erken de, рано, sabahları, по утрам и душ. Значит, примерно как будут? Вот подумайте и составьте, запишите предложение. Это у нас sabahları, erkenden duş yaparım. По утрам, рано принимаю душ. Вот так. Uçmak. Летать. Uçmak. Hızlı, быстро, да? Kartallar, то есть kartal, орел, да? Çok, уже знаем. Uçuyorlar, летают. Легко, да? Я думаю, составить. Сначала будут kartallar, очень быстро летают. Kartallar, çok hızlı uçuyorlar. Arılı, очень быстро летают. Следующий у нас, посмотрим, что. Наш глагол «юрюмек» – «ходить». «Ходить». «Саат» – это время, уже знаем. «Синан» – это у нас имя, мужское имя. «Паркта» – в парке. «Юрюр» – «ходить». «Акшамлары» – по вечерам. «Бир» – «один». Значит, подлежащий у нас «синан» – начало. «Юрюр» – это в конце будут, да? Sinan по вечерам 1 час ходит в парке. Вот так. Sinan akşamları по вечерам parkta 1 saat yürür. Sinan по вечерам ходит 1 час в парке. Следующий глагол. Koşmak. Друзья, если вы не успеваете, повторяю. После того, как видите эти слова, пожалуйста, сделайте паузу. Сначала вы составляете предложение, а потом проверьте, ладно? Кошмак – бегать. Кошуёр – в настоящем, да, бегает. Арасыра – иногда. Мурат – это у нас имя с большой буквой. Паркта – ну, в парке. Значит, Мурат что делает? Мурат – арасыра – паркта кошуёр. Мурат иногда бегает в парке. Наверное, это уже сделали, да? Легко же. Следующий глагол. Конушмак. Говорить, разговаривать. Тюркче. Турецкий язык. Дерсте. На уроке. Андрей. Это имя, да? Конушуёр. Говорит. Вот тоже простое, да? Значит, Андрей начало. Konuşuyor в конце будут. Андрей derste Türkçe konuşuyor. Андрей на уроке говорит по-турецки. Следующее. Наш глагол anlamak. Очень важный глагол, да? Anlamak, понимать. Наши слова. Seni, тебя. Yavaş, медленно. Konuş. Говори, разговаривай. То есть говори, поведите наклонение. Biraz, немного. Anlamıyorum. Не понимаю. Это у нас будут biraz. Yavaş konuş. Говори помедленнее. Seni anlamıyorum. Не понимаю тебя. Следующий у нас. Bir gün.
yıkıyor. Yıkıyor etonas, vot naş glagol da yıkamak, mıyt, stirать. Annem, это моя мама. Haftada, в неделю, iç çamaşırları, biliyor. Думаете, да? Это у нас будут annem haftada bir gün. Один раз в неделю. Мы так можем сказать. Haftada bir gün. То есть раз в неделю. Что делает? Стирает белье. Çamaşırları yıkıyor. Следующее. Çünkü. Это уже знакомое слово. Потому что. Ахмет. Это имя. Hafta içi. Это у нас будни. Да? Будни. Çalışıyor. Работает. Çok. Много. Yoruluyor. Это уставать. Устает. Да? Yorulmak. Уставать. Çünkü есть. Это значит два предложения будут. Да? Давайте сделайте паузу и составьте предложение. Посмотрим, правильно вы составляете или нет. Каждое слово я вам говорю. Значит, у нас будут Ахмет hafta içi çok yoruluyor. Çünkü o çalışıyor. Ахмет в будни очень устает, потому что он работает. Ну, логично, да? Те, кто работает, очень сильно устают, конечно. Дерстен, это, скорее всего, дерстен сонра, после урока будут. Топ, это мяч. Бахчеде, в саду. Чоджуклар, это дети. Сонра, вот это, после урока. И ойнуйорлар, играют. Наш глагол значит ойнамак, играть. Подумайте, как правильно составить. Çocuklar dersten sonra bahçede top oynuyorlar. Дети после урока в саду, bahçede, в саду играют с мячом. Друзья, глагол играть, ойнамак, если, например, в русском языке играть в футбол говорим, в волейбол говорим, да? А в турецком языке не добавляем, не ставим окончание. Футбол ойнуйорлар. Баскетбол ойнуйорлар. Нам не нужны никакие окончания. Вот здесь тоже. Топ ойнуйорлар. По-русски с мячом говорим, но мы говорим без окончания. Топ ойнуйорлар. Следующее. Наш глагол чалмак. Украсть, играть. Здесь играть это именно на, то есть на гитаре, например. Вот здесь тоже есть гитар. В таком значении, ладно? Çalıyor, играет. Aslı, это имя. Şimdi, это сейчас. И гитар, это тоже понятно. Çalıyor в конце, aslı, начало будет, да? Значит, Aslı şimdi gitar çalıyor. Aslı сейчас играет на гитаре. Я еще одно предложение с украсть, с этим глаголом составил. Хочу вам это показать. Hırsızlar bankadan para çaldılar. Voru ukrali dengi v banki. Bankadan para çaldılar. Ne düşün? Pastasını, pasta это tortta. Yeni, yeni это novo. Doğum, это doğum günü. День рождения. Çiftler. Para. Kestiler. Kestiler это глагол kesmek. Резать. Кестилер – это прошедшее время. Сделайте паузу и составьте предложение. Немножко сложное это предложение. Это у нас yeni çiftler, новая пара, doğum günü pastasını kestiler, резали торт на день рождения. Вот так. Вот легко. Наш глагол, во-первых, beklemek, ждать. Bekliyorum. Кто ждет? Я, да? Bekliyorum. Neredesin? Ты где? Seni, тебя, durakta, это на остановке. Значит, как будут? Durakta seni bekliyorum. Neredesin? Жду тебя на остановке. Ты где?
Это прямо вот разговорное, да? Durakta seni bekliyorum. Neredesin? Следующий у нас глагол, друзья, глагол yağmak. Хочу это вот тоже показать, потому что он немножко сложный глагол. Дословный перевод это падет, но в основном используется, когда о погоде. То есть дождь идет, снег идет. То есть в русском языке мы говорим снег идет, а мы говорим yağmur, yağmak. Хорошо? Вот здесь тоже yağdı, шел, yağmur, дождь, bütün это весь, gün это день, а dün это вчера. Значит, dün bütün gün yağmur yağdı. Вчера весь день шел дождь. Вот так. Значит, еще вот хочу вам показать в настоящем, потому что немножко сложно просклонять. Снег идет, yağmur yağıyor. Вот уберите yağmur, поставьте, например, снег, кар. Значит, кар yağıyor, снег идет, да? Вот так. Следующий у нас глагол çalışmak, конечно. Очень важный глагол, да, работать. Çok, много, не, почему, bu, это, да? Çalışıyorsun, kadar. Çalışıyorsun, это... уже работаешь. Это будут niye bu kadar çok çalışıyorsun? Niye bu kadar çok çalışıyorsun? Почему так много работаешь? Вот мы используем bu kadar. То есть так много или настолько. Такие значения дают. Тоже интересное предложение. Seyrederken, когда смотрю, dün, вчера, фильм, это понятно, arkadaşım, это мой друг, akşam, это вечер, ağladı, это плакал. Значит, наш глагол ağlamak, плакать. Что думаете? Как составить? Это у нас arkadaşım, dün akşam, film seyrederken ağladı, мой друг. Вчера вечером, когда смотрел фильм, плакал. Следующее. Taşımak. Taşımak это очень интересный глагол. Вот taşımak это нести, да? По-русски мы говорим taşı, да? Taşı. А по-турецки тоже так же примерно. Taşı. Вы говорите taşı, а мы говорим taşı. Это очень интересно. Bavul. Bavul вот это bavul. Чемодан, да? Otelde, в отеле, taşıyor, несет, görevli, вот görevli, служащий. Otelde görevli bavulu taşıyor. В отеле служащий несет чемодан. Следующий глагол у нас binmek. Binmek это кататься, садиться на транспорт, например, да, можно так, на автобус, например. Seviyor – это любит. At – это лошадь, конь. Binmek – это понятно. Babam – это мой папа. Çok – это у нас очень. Что думаете? Как правильно будет? Это у нас babam at binmeyi çok seviyor. В основном говорит так. Babam at binmek çok seviyor. Это нормально, потому что в русском языке мы говорим любит кататься. То есть здесь как начальная форма глагола используем. Но в турецком языке мы не так говорим, а не binmek, а говорим binmeyi çok seviyor. Хорошо? Это немножко конечно, со временем будет получиться. Немножко сложно это. Следующий глагол у нас положить. Koymak. Koymak. Nereye? Это куда, да? Koydun, положил, Ahmet, это понятно, dünkü, вчерашнее, и gazeteyi, газета. Это значит вопрос, правильно? Ahmet, dünkü gazeteyi nereye koydun? Ahmet, куда положил вчерашнюю газету? Вот мы так говорим. Следующее. Çekmek, тянуть. Çekmek, тянуть. Есть слово, например, çekmece.
это что? Это ящик. Вот это, от этого глагола. Çekmek. Masayı. Стол. Sinan. Это имя. Çekiyor. Это тянуть, да? Mutfakta. На кухне. Я думаю, простое предложение, да? Вы можете составить. Это будут Sinan mutfakta masayı çekiyor. Sinan на кухне. Тянут стол. Следующее. Soru sormak. Задавать вопрос. Спрашивать. Sorular. Вопросы. Türkiye. Это Турция'da. Öğrenciler. Это ученики. Hakkında. О ком. То есть о. Про. Öğretmene. Учителю. И soruyorlar. Спрашивают. Это у нас будут öğrenciler. Türkiye hakkında öğretmene sorular soruyorlar. Немножко длинное предложение, да? Öğrenciler, ученики, Türkiye hakkında, o, Türkçe, задают вопросы, sorular soruyorlar. Öğretmene, учителю. Вот интересное предложение. Ödemek, платить. Ben, это я, öde. То есть, повелительное наклонение платить, да? Пидеи, лепешка. Ödüyorum. Плачу. Кебаб. Это у нас блюдо, да? Название блюда. И сен. Значит, у нас будут кебабы ben ödüyorum. Плачу за кебаб. Пидеи сен öde. А ты за лепешка. Очень интересное предложение. Следующее. Açmak. Открывать. Lütfen. Пожалуйста. Açar mısın? Это значит вопрос будет, да? Вот açar mısın? Kapı, это дверь. Значит, kapıyı açar mısın lütfen? Lütfen здесь как бы не очень важно, друзья. Можете начало тоже говорить. Lütfen kapıyı açar mısın? Ладно? Не важно. Можешь открыть дверь, пожалуйста. Следующий глагол, наоборот, kapamak, закрывать. Kapı, дверь, hava, погода, kapa, закрой. Çok, очень, soğuk, холодно и lütfen, пожалуйста. Hava çok soğuk, lütfen kapıyı kapa. Погода очень холодная, пожалуйста, закрой дверь, kapıyı kapa, закрой дверь будут. Тоже интересное предложение. Макияж yapmak, делать макияж. Вот. Где наш макияж yapmak? Это значит вместе буду, да? Макияж yapıyor. Это значит в конце. Кто? Аблам. Вот моя сестра. Аблам evden çıkmadan önce макияж yapıyor. Моя сестра перед тем, как выйти из дома, çıkmadan önce, перед тем, как выйти из дома. Что делает? Макияж yapıyor. Делает макияж. Следующий глагол – silmek, чистить, убирать. Несколько значений есть. Ocak, ocağı – это плиту. Плиту. Her – это мы уже знаем, каждый. Annem – это моя мама. Silmek – это чистить. Gün – день, mutfaktaki, на кухне. Annem her gün mutfaktaki ocağı siliyor. Моя мама – каждый день чистить плиту на кухне. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Görüşürüz.